О том, что сделали армяне с нашими территориями, Азербайджан будет информировать и впредь. К слову, на этой неделе узнал об армянском вандализме и общественность Таджикистана. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов совершил визит в Душанбе. Министр сообщил президенту Эмомали Рахмону о нынешней ситуации в регионе, в частности, о последствиях оккупации. В завершение визита Джейхун Байрамов вместе с таджикским коллегой Сираджидином Мухридином подписал программу сотрудничества на этот и следующие годы. Азербайджан и Таджикистан намерены расширить сотрудничество в сферах торговли, экономики, транспорта, образования и культуры. Кроме того, стороны отмечают важность открытия взаимных прямых рейсов. Была подчеркнута и роль нашей страны в создании особых условий для транзита таджикских товаров во время пандемии.